Ну так вот, практически год мы с вами общаемся, и вот вам правило. Вот вам правило. И вот то самое место, где вы можете себе купить либо бэушные запасные части, либо новые запасные части. Давайте посмотрим, что в течение года изменилось в лучшую сторону. Чем хорошо телевидение? А вот чем. Примерно месяц, и вот вам год. И вы сейчас этого не увидите. Но вот вам, скажем так, архив, где вы видите, чем авторазбор занимается. То есть типа этого нет, но это есть у меня. Это просто замечательно, но по сути событий прелесть телевидения – это большее количество клиентов, чем радио и газеты, в разы большее. То есть что-то случилось, да? Что-то да, наверное. Но можно купить бэушные? Ну а что бы и нет, если нету продукта, можно и бэушные. И вот вам правильный результат. За год новые корпуса, всего за год работы с телевидением. Как вам такой результат? То есть вот так вот, да, получается? Люди начали дружить с телевидением. И строительство идет. Да где же вы такие вещи-то можете еще сделать то? Естественно, если вы будете дружить с программой «Автостоп», ну и с программой «Дом, милый дом», то же самое будет и у вас. Но это мы про себя, но с другой стороны. Это же хорошо, когда все наконец-таки будет под боксом. Вот. Потому что то, что сказал Виктор Рашников, делается. Мы должны обслуживаться не в стихийных рынках. У нас, простите, погода малость для этого не подходящая. Мы можем, да и должны получать больший результат, как это делается в торговых центрах. Ну, вы представляете, да? Скоро, очень скоро за запасными частями вы зайдете вот в такие закрытые помещения. Представляете? Да, это круто. Я не думаю, что кто-то сможет себе это позволить. По одной простой причине. Мне так кажется, что у основателей этого сервиса, ну, по разборке запасных частей, они еще и машины ремонтировали, опыта чуть-чуть больше, чем у меня. По одной простой причине. Когда я в первый раз себе купил иномарку, они уже работали. Представляете, да? То есть моей машине в этом году 20 лет. Так 20 лет они работали, а то и больше. Но когда это будет вот так красиво, вот тогда вы придете сюда и поймете, что здесь осуществлен немножко другой подход к вашему автомобилю. К слову, машины – это следующая степень после еды и медицины. И не говорите, что машины не ломаются. И не говорите, что если вы с заботой думаете об окружающем вас мире, машина будет в идеале. Нет, не будет. Да сколько машин на улице, но позвольте, машины и ломаются, и сгорают. Они живут такой же жизнью, как и мы. Если бык живет дольше, то к такому возрасту подойдет не каждая машина, это точно. И было такое время, когда мы вам показывали, что из запчастей можно было целиком всю машину собрать. Сегодня, сейчас, здесь на авторазборе, на улице Клинкерной, 22, вы можете большее количество машин собрать. По одной простой причине, здесь очень большое количество автомобилей бэушных, естественно. Собрать можно машину любую, практически. В принципе, это можете сделать. То есть, ну, взять передатчик от одной машины, задатчик от другой машины, ну, в смысле, от одной и той же машины, и все это дело вместе собрать. Но мы вам сегодня говорим про бампера. Тема весьма интересная, потому что у меня такое случилось, что бампера рассыпаются. К сожалению, на мой старый автомобиль бамперов здесь нет. А вот другие машины, вот ваши замечательные бампера. И это ничего, что я работаю под звук трактора, потому что здесь идет строительство. И это круто. Бамперочек вызвался, да? Да, классный. И цена устраивает. Все нормально. То есть вот вам эвакуатор от авторазбора. Вы представляете? Да не у каждого авторазборщика в городе Магнитогорске есть свой эвакуатор. А здесь есть. И к слову о том, что кто-то наверняка увидит этот материал в интернете. То есть в моей страничке на моем замечательном канале. И вы сможете, позвонив сюда, телефончик я вам в оконцовке покажу, сказать, что у нас есть хороший автомобиль, который уже никому не нужен. Вы можете его и забрать. Приедут и заберут. Из любой точки. Главное, чтобы ваша цена соответствовала нашим показателям. То есть вы с деньгами будете всегда. Ну, надо же людям дать тоже возможность заработать.
К слову, что есть? Да есть все. Новое на втором этаже, БУ на первом. Просто зачем переплачивать, когда есть дешевле? Зачем? Даже зная про то, что весь мир в этих позициях скуп. По сути, бамперов без краски в природе не бывает. По сути, 35% машин в автосалоне перекрашиваются в Магнитогорске. По сути, Китай – это кладезь, Китай – это хорошо. И чем вам Китай с металлургией в 50 раз более насыщеннее, чем наша, не умеет производить запчасти? Да бросьте! К слову о том, что здесь есть. Да многое из того, что продается у нас. Многое. И шайбы, и болты для колес тоже. Зачем переплачивать? Зачем? Вот это самое главное, когда вы работаете правила. И те товарищи, которые работают здесь, они понимают, что лучше телевидения ничего и нет. Потому что телевидение показывает вам место, где вы можете купить все и за недорого. Либо это второй этаж, где вы можете купить новые запасные части практически на любую машину. Ну, имеется кузов и все остальное. И там есть еще бушные вещи, естественно. Либо снизу вы можете купить бушные запасные части. Бывает такое, машина иногда ломается. Бывает такое, что машина иногда горит. Такие вещи тоже случаются. Куда машину девать? Единственный вариант. В нашем случае это город Магнитогорск, улица Клинкерная, 22, авторазбор.